Добро пожаловать на канал OMZAP. Сегодня к нам обратился клиент Kia Optima. Двухлитровый мотор в стороннем сервисе сделал ТО. На ТО не закрутили фильтр масляный. Соответственно, человек уехал. Ехал до того момента, пока мотор не застучал, масло вытекло. Вернулся в сервис, в гарантии отказали. В итоге приехал на эвакуаторе к нам. Мотор демонтировали с машины. Сейчас будем разбирать, дефектовать. Итак, мотор разобрали. Что показало вскрытие? Шатунные вкладыши провернуты. Соответственно, шатуны все четыре под замену. На всех четырех цилиндрах провернуты. Коренные потертости есть, но вкладыши на месте. Соответственно, постель целая. На блоке также постель целая. На поршнях практически нет износа. Но так как пробег 75, да? 83. Владелец принял решение, что будем гильзовать. Будет полностью поршневая новая. Новые поршня, шатуны, коленвал. На блоке незначительные, также есть потертости, но это просто естественный износ. Постели также целые. Вкладышам чуть-чуть досталось, но они стоят на месте. Полукольца на месте, да, форсунки здесь стоят. Никакого нагара, налета на двигатель нет. Двигатель в хорошем состоянии был до злополучной замены масла. Итак, начинаем собирать двигатель Optima 2 литра, CVVL, ND двигатель. Блок нам загильзовали. Сейчас собираем поршневую. Ссылочка будет здесь в описании по поводу гильзовки блока. Этот двигатель отличается от КЕ, от КД тем, что поршневой палец вставляется на стопорах, а не как на тех двигателях на горячую. Установили кольца на новые поршни. Кольца устанавливаются идентично, как на всех остальных двигателях. Сейчас устанавливаем оправку и вставляем поршня на место. Перед установкой коленвала не забываем установить масляные форсунки на место. Каналы продули, прочистили после расточки. Так, коренные вкладыши 4 бесцветных и 5-я шейка с зеленой пометкой. Вкладыши предварительно смазали. Так, не забываем устанавливать полукольца новые. Также при замене коленвала, когда он устанавливается новый, обязательно нужно переставлять гребенку считывания датчика коленвала. Так, коренные крышки у нас, значит, тянутся 30 ньютонов, первый этап. Второй этап 120 градусов дотягивается. И потом затягивается по кругу уже картер. Пробуем первый запуск.
Итак, произведен первый запуск. Двигатель работает ровно, посторонних шумов нету. Значит, сейчас заливаем охлаждающую жидкость, заправляем кондиционер, прогреваем, проверяем наличие либо отсутствие течей. И, в принципе, ремонт закончен. Вот, так что, если вдруг сломается у вас автомобиль Hyundai Kia, приезжайте к нам в сервис, обязательно починим. Все, до новых встреч!